Здравствуйте, дорогие друзья! Рад видеть вас всех на канале Гороскоп. Прогноз на 28 июня 2023 года мы, как всегда, начинать, а начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов, а также подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылки в описании и закрепленном комментарии. А я, как и всегда, желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня сила Овна в способности принимать спонтанные решения, следуя велению интуиции. И пусть окружающим ваши действия могут напоминать пляску святого Вита, гороскоп предлагает делать только то, что приходит на ум мгновенно и без раздумий. Все логичные, обоснованные решения Овна сегодня намного менее эффективны, чем те, которые приняты просто потому что. Скорее всего, уже на следующий день Овен сумеет пояснить себе и окружающим целесообразность своих действий, ну а сейчас в ответ на все вопросы просто делайте загадочный вид. Любовный гороскоп для Овна. Сегодня Овен способен покорить любого своей общительностью и искренним чувством юмора. В этот день он сможет прекрасно справиться с ролью души компании. Все восхищенные и влюбленные взгляды, не поверите, но его. Овну стоит воспользоваться этим моментом и отправиться в какое-нибудь людное место, например, на дружескую вечеринку или в кафе. Но перед этим хорошо подумайте, коронавирус не дремлет. Чтобы весело провести время и завести несколько новых знакомств. Переживать, что он останется в одиночестве, Овну сегодня не стоит. Его притягательность будет столь высока, что еще и придется выбирать из претендентов лучшего. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Сегодняшний рабочий денек сулит Овну путаницу, которая может ввести его в ступор и даже вызвать приступ отчаяния. Поставленные задачи будут казаться невыполнимыми из-за противоречивой информации или взаимоисключающих условий. Гороскоп советует Овну сегодня составить планчик, ведь зафиксированными на бумаге фактами гораздо удобнее оперировать. С этим планом можно будет обратиться за помощью к более компетентным сотрудникам, ведь взаимовыручку на работе еще пока никто не отменял. Телец. По каким-то неведомым причинам Телец сегодня может испугаться собственной смелости и попытаться пойти на попятную в вопросе, требующем решимости и активных действий. Гороскоп предостерегает Тельца от неуверенности в себе. Больше думайте о возможной выгоде и перспективах, меньше переживайте о последствиях провала. Помните, удача любит смелых. Не ищите повода для отказа от желаемого. Сегодня Телец добьется своего, если сумеет преодолеть внутренние страхи. Любовный гороскоп для Тельца. Сердце Тельца сегодня подобно камню. Даже самое проникновенное страстное послание или отчаянное признание в любви не способно вызвать у него практически никаких эмоций. Чтобы не обидеть близких своей холодностью, Тельцу следует внимательнее отнестись к их просьбам и предложениям. Сегодня не стоит уходить от откровенных разговоров с любимыми людьми. Попытка сделать это может стать причиной крупных обид или даже конкретного такого конфликта. Кроме того, гороскоп неблагоприятен для первых свиданий и новых знакомств, так что Тельцу, находящемуся в поиске, лучше пересмотреть свои романтические планы на этот вечер. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. В работе Тельца сегодня ожидает необходимость сделать шаг в сторону на пути к своей цели. Звезды говорят, что из-за сегодняшнего отступления ему не следует сильно расстраиваться, ведь впереди за вынужденной потерей времени обязательно последует хороший рывок вперед, будто бы пантера. Небольшое отступление даст Тельцу возможность взглянуть на ситуацию со стороны и принять верное решение. Временная передышечка – это еще не капитуляция, и Тельцу представится возможность наверстать упущенное. Близнецы. Сегодня для близнецов актуальна следующая пословица: смелость города берет. Планируете отправиться на собеседование, встречу с клиентом или свидание? Не бойтесь говорить о своих преимуществах, их у вас предостаточно. Сегодня гороскоп предлагает близнецам хвалить себя перед другими людьми и даже перед самими собой. Да, вы лучше, хватит скрывать это от мира. Пусть это не скромно, зато единственная правда. В этот день звезды наделяют близнецов большой внутренней силой, и это стоит продемонстрировать окружающим. Любовный гороскоп для близнецов. Из всего круга знаков зодиака богиня любви сегодня наиболее благосклонна именно к вам.
Дорогие близнецы, в этот день они будут пользоваться повышенным вниманием со стороны противоположного пола и способны взять город без боя одним лишь сиянием своих глаз. В такой ситуации у близнецов, состоящих в браке, также может возникнуть соблазн воспользоваться своей популярностью. Гороскоп предостерегает их от таких опрометчивых шагов. Они чреваты скандалом и обострением отношений, вплоть до разрыва. А вот близнецы, не связанные обязательствами, могут насладиться благоприятным моментом без опаски. Интрижка, возникшая сегодня, вполне может перерасти в серьезный роман и даже в настоящую долговечную любовь. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Если в планах у близнецов стоит смена направления деятельности, начало нового проекта или курса повышения какой-либо квалификации, то сегодня самое время сделать шаги в соответствии с задуманным. Гороскоп одобряет любые перемены и начинания, поэтому вперед, все одобрям. Если же таких планов у близнецов не было, следует задуматься, не засиделись ли они на своей должности. Тщательно проанализировав свою карьеру, сегодня близнецы без особого труда поймут, в каком направлении им следует двигаться, чтобы развиваться. Рак. Если сегодняшний день рака был четко распланирован, ему не надо быть готовым к неожиданному изменению расписания. Сегодня все готово идти наперекосяк, и если не отнестись к накладкам с изрядной долей иронии, то к вечеру можно обзавестись десятком других свежих седых волосов. Рак получает все шансы что-нибудь забыть, куда-нибудь опоздать или где-нибудь заблудиться в коридорах офисного здания, допустим. Гороскоп подбадривает, несмотря на ситуацию, на суету и проволочки, которые сегодня неизбежны, все они не только не принесут вреда раку, но даже вполне способны пойти ему на пользу. Любовный гороскоп для рака. Гороскоп предупреждает, рак сегодня рискует не понять действий или слов любимого человека и в итоге может расстроиться из-за возникшей размолвки. В этой ситуации можно перефразировать слова чеширского кота из «Алисы в стране чудес». Понимать близких не обязательно, обязательно их любить и вовремя кормить. Раку стоит сегодня задуматься над тем, нужно ли выяснять отношения до кристальной ясности, или есть вопросы, которые имеют право остаться без ответов. Если рак не хочет бессмысленных размолвок и разочарований, гороскоп рекомендует ему просто перевернуть страничку сегодняшнего дня и обнять покрепче свою вторую половинку. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Вполне вероятно, что сегодня раку представится шанс проявить себя с неожиданной стороны и значительно вырасти в глазах начальства или коллег. Быть может, ему предложат выполнить нестандартное задание, не входящее в его планы должностные обязанности, но важное для коллектива. Гороскоп предлагает раку не отбрыкиваться, а взять на себя повышенные обязательства. Ну а как еще доказать, что вы способны на больше? Импровизируйте, подключайте нужных людей, выуживайте информацию из интернета. Способность рака не теряться в сложных ситуациях начальство оценит сегодня по достоинству, а может даже и рублем. Лев. Льву следует сегодня проявить характер и сделать шаг, который он давно уже откладывал. Помните, что ничто так не изнуряет, как нерешительность, и ничто так не бесполезно. Этот день идеален для того, чтобы так или иначе покончить с проблемой, занимающей ваши мысли и не дающей заснуть. Поговорите по душам с обидчиком, запишитесь на визит к врачу или составьте резюме для поиска новой работы. Гороскоп Льва говорит о благосклонности звезд ко всем, даже самым безумным его начинаниям, так что дерзайте. Сегодня энергетический потенциал Льва на пределе. Не сумеете внести в свою жизнь позитивные перемены, если не будете сидеть сложа руки. Любовный гороскоп для Льва. Сегодняшний лев будет мега привлекателен. Если он одинок, то может смело отправиться на любовную охоту. Она будет удачной. Ни одна из намеченных целей не устоит под обстрелом страстных взглядов льва. Главное, не старайтесь, чтобы не пострадали невинные жертвы. Не заманивайте в свои сети тех, в ком вы не заинтересованы совершенно. Запал льва, состоящего в отношениях, также не должен пропасть даром. Удивите любимого человека горячими чувствами, докажите ему, что костер вашей страсти не потух совершенно. Другими словами, любовный гороскоп Льва сегодня на 100% заряжен романтическим позитивом. Не упустите этот шанс.
действуйте и всегда двигайтесь вперед. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. Для Льва, мечтающего прыгнуть на следующую ступеньку карьерной лестницы, сегодня может появиться шанс предпринять смелую попытку штурма неприступной твердыни. Вооружившись смекалкой и уверенностью в себе, которую кто-то из коллег может назвать наглостью, Лев может ухватить счастливый шанс. Гороскоп указывает на возможность незапланированного продвижения вперед. Как говорится, раз-раз и в дамки. Сегодня Льву стоит перенять повадки вперед смотрящего пиратского судна, чтобы не упустить удачу. Дева. Сегодня Дева получает от звезд дар красноречия. Она способна убедить собеседника в своей точке зрения, неважно, идет ли речь о разговоре с глазу на глаз или выступлении перед большой аудиторией. Гороскоп предлагает Деве не терять времени даром и отправляться на переговоры, назначать свидания и встречи. Еще одна особенность этого дня – большая вероятность приятных сюрпризов. Сегодня Дева может получить интересное предложение или услышать неожиданный комплимент от человека, мнение которого ей очень дорого. Любовный гороскоп для Девы. Сегодня у Девы благоприятный денек для построения новых любовных отношений, налаживания существующих или возобновления давно минувших. Звезды гороскопа сегодня как никогда благосклонны к ней во всем, что касается романтики и любви, поэтому для Девы настало время дерзать и коллекционировать новые победы. Даже мимолетная встреча с незнакомцем или маленький невинный флиртик, затеянный сегодня, если Дева по-настоящему захочет, может в будущем перерасти в настоящую любовь. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня день, когда успеха в делах Дева может добиться не за счет упорного труда или стахановских усилий, а за счет случайной удачи. Возможно, что для того, чтобы продвинуться в своей карьере, Деве придется чем-то рискнуть. Как поймать пролетающий мимо шанс? Не бойтесь попасться на глаза начальству. Гороскоп не советует Деве сегодня сидеть сложа ручонки. Создавайте или хотя бы имитируйте бурную деятельность. О как. Весы. Сегодня у весов удивительный день. Полный парадоксов. Самые простые вещи могут не удаваться, зато то, что никак не получалось раньше, сложится само по себе. Гороскоп предостерегает весы от попыток взять ситуацию под свой контроль. Лучше подстраивайтесь под обстоятельства, ориентируясь в большей степени на интуицию, чем на здравый смысл. Сегодня весам может многое удастся, если они позволят себе немножечко расслабиться и принимать мир и окружающих такими, какие они есть в действительности. Любовный гороскоп для весов. Весам сегодня может захотеться поэкспериментировать в любовных отношениях. Попробовать что-то этакое новенькое, что-либо поменять. Быть может, перемены коснутся привычного уклада жизни или постельных привычек весов. Что ж, новое сегодня пойдет им на пользу, если только их любимый человек не против инноваций. Единственное, весам не стоит слишком торопиться делиться с избранником своими новаторскими идейками. Для начала гороскоп советует им их как следует продумать. В целом же, сегодняшние предложения весов способны сильно оживить и украсить их личную жизнь. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня весы может позволить себе рискнуть и ввязаться в небольшую финансовую авантюру. Конечно же, предварительно просчитав самые опасные и вероятные варианты и поставив на кон сумму, которую не страшно потерять. Учесть абсолютно все факторы не получится, но весы могут положиться на свою интуицию. Гороскоп говорит о том, что их чутье обострится до предела, и нюх станет как у кошки. Тем же весам, которые не любят рисковать, день все равно готовит некую долю неожиданности, вынудит их действовать быстро, подстраиваясь под обстоятельства. Скорпион. Сегодня Скорпион стоит на ногах с уверенностью опытного эквилибриста. Окружающим кажется, что он полностью контролирует ситуацию, в то время как сам он ясно осознает шаткость своего положения. Гороскоп указывает на большую вероятность перемен в ближайшем будущем Скорпиона, и представитель этого знака зодиака не может этого не чувствовать уже сегодня. Что бы ни происходило сейчас в жизни Скорпиончика, он не должен изменять себе и своим принципам.
Любовный гороскоп для Скорпиона. Если существует сразу несколько претендентов на руку и сердце неопределившегося Скорпиона, то сегодня будьте уверены, все они так или иначе проявят себя. Есть шансы их сравнить и выбрать того, кто более достоин вашего внимания. Такая ситуация, конечно, льстит востребованному Скорпиону. Однако гороскоп предупреждает, не стоит заигрываться и набивать себе цену. Кого бы Скорпион не выбрал, не надо обижать оппонента. Что же касается Скорпиона, состоящего в отношениях, то у него сегодня появится шанс на интрижку. Все хорошо, если дело сведется лишь к легкому флирту. Однако Скорпиону следует иметь в виду, попытки реальной измены в этот день будут обнаружены второй половинкой. Чтобы избежать семейных драм, сегодня не стоит идти на поводу у мимолетных соблазнов и чувств. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня деловой потенциал Скорпиона заработает в полную силищу. При подвернувшейся возможности его энергия, пробивные способности и коммуникабельность позволят не просто продвинуться в карьере, но в буквальном смысле слова ворваться в новую сферу деятельности. Ну а чтобы такой шанс сегодня появился, гороскоп советует проявлять инициативу, вызваться добровольцем, брать повышенные обязательства и не бояться нового. Ну а звезды одарят Скорпиона проницательностью, необходимой для того, чтобы правильно оценить свои силы. Стрелец. Фантазия Стрельца готова сегодня выстрелить с реальностью. Весьма возможно, что в этот день исполнится ваша мечта, большая или малая. Если же чудо не спешит к вам, постарайтесь совершить его сами. Если не для себя, то для кого-то из самых любимых на Земле людей. Стрельцу сегодня по плечу стать настоящим волшебником для своих близких. Гороскоп предлагает Стрельцу взглянуть на обыденность непривычного ракурса и постараться сделать этот день намного лучше. Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодня Стрелец может вдруг задуматься о том, какую роль в его жизни играет судьба или карма. Это тот день, когда в его личной жизни могут происходить необъяснимые и внезапные события, которые, казалось бы, ничто не предвещало. Иначе как заслугами из прошлых жизней такую ситуацию не объяснишь? Похоже, в былых перерождениях Стрелец вел себя неплохо. Иначе откуда берется то чудесное стечение обстоятельств, которое ожидает его сейчас? Сегодня Стрельцу остается только благосклонно принимать чудеса, происходящие на любовном фронте, и полностью им отдаваться. Приготовьтесь к непредсказуемым поворотам и приятным сюрпризам. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодня Стрельца будет тянуть в рискованные предприятия и ситуации. Звезды говорят, что рискнуть можно, если это, во-первых, скажем, крайне необходимо, а во-вторых, осмысленно и продуманно, насколько это возможно, буквально до каждого миллиметра. Удача сегодня на стороне Стрельца, но злоупотреблять ею категорически не стоит, и подстраховаться будет самым разумным действием. Здравомыслие должно удержать Стрельца от попыток прыгнуть выше своей же головы. Козерог. Окружающим Козерог может показаться сегодня несколько отстраненным, хотя на деле так и проявляется его потребность поразмыслить над сложившейся ситуацией. Козерогу в этот день свойственна созерцательность, однако связана она не с праздностью, а с попыткой осмысления событий последних деньков. Гороскоп предлагает Козерогу взять тайм-аут во всех срочных делах и внимательно проанализировать свои чувства и полученную информацию. И пусть логика сегодня не самая сильная черта Козерога, он сумеет найти правильное решение сердцем. Любовный гороскоп для Козерога. Состояние Козерога сегодня можно описать как «страдал». Страдал и проголодался. На место романтически созерцательного состояния души придут потребности простые и выполнимые. Переход от возвышенных материй к приземленным вполне объясним. Невозможно в режиме 24/7 думать о чувствах, даже о самых что ни на есть прекрасных. Любовь любовью, а простые житейские радости, вроде вкусного ужина, легкого сериала и часа другого хобби, нужны Козерогу не меньше. Согласно гороскопу, именно такое времяпрепровождение сегодня. Путь к положительным эмоциям для Козерога, а чувства пусть немножечко обождут. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодня рабочий день Козерога может не заладиться с самого утра. Гороскоп указывает на апатию, снижение энергетического запаса. Вот почему заниматься даже элементарными механическими делами, не требующими включения мозга, Козерогу будет сложно. К сожалению, данный гороскоп не может служить обоснованием для того, чтобы отпустили вас с работы. Однако, по возможности, Козерогу стоит сегодня дать себе небольшую передышечку. Догнать все дела
тела и компенсировать застой последующим трудовым энтузиазмом лучше уже на свежую голову. Водолей. Энергичность и целеустремленность Водолея в этот день напоминают торнадо. Если уж ему сегодня понадобится звезда, то он непременно ее достанет. В рабочих делах, учебе или отношениях Водолей способен проявить завидную настойчивость, а потому гороскоп предлагает заняться чем-то действительно важным и сложным. Впрочем, не исключено, что сегодня на пути у Водолея встанут непредвиденные препятствия и обстоятельства, и значительную часть сил придется потратить на их преодоление. При этом сложности не остановят Водолея, а лишь больше его раззадорят. Любовный гороскоп для Водолея. В делах любовных Водолею сегодня не позавидуешь. Если он находится в непростых или в неопределенных отношениях со своим избранником, в этот день на него могут активно давить, принуждая прояснить свою позицию. Под яростным напором Водолей способен совершенно растеряться и сбежать от любимого человека, которому в этот день вдруг захочется ясности. Гороскоп предупреждает, что главное сегодня не сжечь мосты. Постарайтесь уйти от ответа. Возьмите тайм-аут, вам необходимо время для обдумывания. Не торопитесь, решение придет само по себе. Водолею нужно лишь немножечко подождать, пока оно подсозреет. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня рабочие планы Водолея могут потребовать значительных корректировок из-за неожиданных изменений. Искать виноватых в происходящем и размышлять, почему дела пошли не так, как хотелось бы, нет времени и нет смысла. Гороскоп советует Водолею сегодня не расстраиваться и не злиться, а собраться и оперативно реагировать на любую ситуацию. Только так можно обернуть в свою пользу все изменения, которые будут происходить в течение этого дня. Рыбы. День обещает рыбам какие-то неожиданности положительного или отрицательного характера, гороскоп пока не разобрался. Но вот бурную эмоциональную реакцию на них гарантирует. Если сегодня в ваших планах было провести весь день дома, то реализовать задуманное получится вряд ли. Обстоятельства попытаться вас вырвать из объятия любимого дивана, так что рыбам лучше уже с утра быть полностью готовым к любым событиям, начиная от стихийного бедствия и заканчивая избранием в английский парламент. Ну, по крайней мере, прихорошиться рыбам точно сегодня стоит. Любовный гороскоп для рыб. Любовный гороскоп рыб предупреждает: сегодня ждите неожиданного. Кто-то, связанный с вами по линии сердца, преподнесет вам сюрпризец. Возможно, речь идет о материальном подарке, положительных эмоциях или о какой-то впечатляющей новости. В любом случае, рыбы будут приятно удивлены. Звезды советуют им сегодня уделить больше внимания своим близким. Это хорошее время для общения с любимыми людьми. В кругу семьи, а также всех, кому расположено их сердце, рыбы могут получить заряд положительной энергии на неделю вперед, а то и на две. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыб может ожидать очень привлекательное и лестное предложение, но сразу соглашаться на него не стоит, даже если очень захочется. Нет задачи набить себе цену, просто сегодня вероятен обман, облеченный в весьма заманчивую оберточку или фантик. Если рыбы сдержат свои порывы и хорошенько поразмыслят и обмозгуют, то сумеют разобраться, действительно ли предложенное им интересно. Гороскоп советует рыбам помнить пословицу: «Не все то золото, что блестит». Ну вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваши комментарии, за вашу поддержку и лайки. Я хочу пожелать вам отличного дня и прекрасного, сочного, позитивного настроения. Успехов вам во всех ваших начинаниях. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.